Его артистическому амплуа характерен яркий национальный колорит казачества, а репертуару свойственна широта и разнообразие. Своим голосом он в первую очередь пропагандирует богатую, многогранную культуру нашей великой страны, что по достоинству оценила как российская, так и зарубежная публика. Всем привет! Это снова я. Вы знаете, у меня сегодня прекрасный день. Я почему говорю прекрасный? Постоянно часто повторяю такие слова, как прекрасный, великолепно, что это красивые слова. А я понимаю, что они, может быть, звучат очень часто. Но я хочу вам сказать, что других слов выразить свои эмоции, к сожалению, я пока не могу найти. Но я вам хочу сказать, что сегодня день, когда я записываю песню. Это день просто долгожданный, я его очень долго ждал, этот день. Сегодня запись песни по-русски, которую написала Любаша. Автор очень редкий и очень, как ее называют в народе, хитмейкер. Человек, который придумывает хиты. Вот Любаша, это действительно, ей это удается. У нее своеобразный такой почерк, как поэта-композитора. Я получаю удовольствие, конечно, когда с ней работаю. Я пою ее песни «И отдай сердце мое». Вот к кинофильму песня выходила «Любовь на острие ножа». Вы можете в интернете найти тоже Любашины работы. Я там озвучиваю одну роль актера, который играл молодого певца в ресторане. Песня называется «Отдай сердце мое». И, конечно же, песня «Улетай, скрипка». Она тоже есть в репертуаре. Если будет возможность, вы можете у меня ее найти в контактах, в музыке. В общем, это первое событие, которое меня ждет сегодня. Это запись песни у Валеры Демьянова на студии. Запись вокала. Значит, это... Это долгожданный день. Он наконец-то настал. Я очень предвкушаю, очень волнуюсь, потому что песня серьезная, и я на нее, честно говоря, делаю ставку. Итак, песня по-русски. Плюс после записи мы все вместе едем поздравлять с днем бракосочетания. Сегодня свадьба у моего друга. Много-много лет я с ним дружу. Олег Шаумаров. И много артистов поют его песни. И Таисия Повалий. И все аранжировки за последние, наверное, 5 лет делал он Аллы Борисовны Пугачевой на Юрмале. В том числе в конкурсе, когда я принимал участие на конкурсе «Главная сцена», то Олег Шаумаров мне помогал и делал аранжировки к каждому этапу конкурса. Это его рук дело. Он очень талантливый человек. Он очень современный композитор, и я думаю, что обязательно когда-то придет такое время, когда я спою его песни. Познакомлю вас со своим саунд-продюсером, с Валерой Демьяновым, человеком, который очень много лет работал с Ириной Аллегровой, с Аллой Борисовной Пугачевой, с Филиппом Киркоровым, делал аранжировки, начиная с песни «Милая, милая, милая», и заканчивая там всеми хитами Аллы Борисовны Пугачевой «Позови меня с собой», и последние 18 лет все хиты Ирины Аллегровой пишет Валера Демьянов. «Жасмин» у него, «Таисия Повали». Ну, в общем, я стараюсь работать только с профессионалами. Валера мой друг, это мой единомышленник, поэтому я горжусь, что у меня есть такой друг, как Валера Демьянов. Я вас обязательно с ним познакомлю. А сейчас, пока едем в дороге по МКАДу, добираемся до студии. Пока! Все сниму, все покажу, все поэтапно. Обнимаю. Ну вот мы находимся уже в боксе с Валерой. Я уже готов, практически сейчас идет подготовительный момент. И уже будем писать песню по-русски, Любаши. Вот я нахожусь в боксе. Вот такая красота. Это святая святых. Валерочка, я тебя хочу познакомить с моими подписчиками. Так что мы начинаем работать. Я, может быть, в процессе что-то для вас сниму обязательно. Целую, пока. Ну все, мы записали песню. Я понимаю, что вам хотелось бы, может быть, услышать кусочек. Но вы ее слышали. В моем первом видео я вам ее напевал. Эту песню написала Любаша. Там очень красивые слова.
Поэтому я ее уже записал, Валера ее будет сводить. И через какое-то время мы обязательно вам ее продемонстрируем. Песня записана. Нелегко было ее записывать, очень сложная песня. Продюсирование Валеры Демьянова просто попало в десятку. Поэтому я очень счастлив записью. И в ближайшем будущем обязательно вам продемонстрирую и покажу вам эту прекрасную песню, которую написала Любаша по-русски. Все, я безумно доволен записью. Песня классная получилась, поэтому будем вас держать в курсе. Пока! Дорогие друзья, мы находимся за кулисами Кремлевского дворца съезда. Сегодня будет концерт, посвященный Национальной гвардии. Это самая главная площадка нашей страны. Я очень горд вам сейчас немножко заснять это закулисье. Вот я нахожусь сейчас за кулисами. Время дневное, сейчас время 12 часов дня. У нас будет репетиция. А в 15 часов начало концерта. Вот это фойе легендарного концертного зала Кремлевского дворца съездов. Это наш зал. Это наша программа концертная. А сейчас я хочу пойти поснимать для вас немножко видео на территории Кремля, чтобы немножко порадовать ваш глаз. Вот такая вот красота, площадь. Да, конечно, великая у нас страна, есть чем гордиться. Вау! Пошел дальше снимать. Там же листа. Иностранцев полно. Китайцы. Вот, пожалуйста. Кстати, здесь на территории очень красивые парки. Безумно красивые. Вот я вам немножко сниму. Это у нас знаменитая башня, где часы бьют куранты. Вот красота какая, тоже башня. Вот. А это наш знаменитый колокол. Сиренька уже отцвела. Уже протерто аж, да? Рукой, да? Протерто. Окей. Вот он такой колокол наш. Иностранцы. Китайцы в основном. Крикливые какие. О, куранты вовремя. Вот я хочу вам показать еще один очень интересный момент. Это царь Пушка, знаменитая. Большая. Черный, пушка зеленый. Папа, да. А тут что написано? Бердик. 1835 год.
нас сейчас начинается репетиция, проходит в этом зале. Носишь ты офицерское звание. Репетиция. Я служу офицерской женой. Офицерские жены не давали присяги. И приказ по вагонам, приказ по вагонам, это просто судьба. Офицерские жены на дорожку присядет, и слеза на погоны упадет, как звезда. Офицерские жены на дорожку присядет, и слеза на погоны упадет, как звезда. Я хочу вас познакомить с Маришей. Это режиссер высшей категории Кремлевского дворца съезда. Мы знакомы с тобой лет 18. Я сейчас с 2000 года, еще в концертном зале «Россия». Вот, поэтому это очень хорошая девочка. Это мои подписчики в интернете. С людьми, с которыми я работаю, им очень интересна закулисная жизнь. Поэтому у нас в данный момент идет репетиция, а вечером мы снимем концерт, и вы все увидите. Мариша, рад с тобой работать и рад видеть. Спасибо. Ура! Возвращаются на круг.
Вот по этой лестнице спускается президент и поднимается в зал, где проходит инаугурация. Огромные очереди, но я попробую все-таки как-то попасть вовнутрь, заснять, потому что там захоронение царей. Не знаю, получится у меня это или нет. Ну, может быть, и получится. Иностранцы. Hello. Захоронение царей. Вот такие захоронения царей. В общем, здесь заходятся все захоронения царей, это гробницы. Вот это 1504 год. Захоронение наших царей разных лет, разных веков. Мне запретили эту съемку, поэтому буквально 2 минуты я для вас сниму. И на этом все, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Захоронение царей Романовых вот в этом месте. А это уже идут непосредственно князья. Я аккуратненько снял. Вот захоронение царей Романовых. Посмотрите, какие старинные двери. Очень много иностранцев, в основном китайцы. Ох, переживаю я за китайцев-то. Вот красота. Главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Васильевич Золотов. Этим все сказано. Добрый день, дорогие любимые наши женщины. Добрый день, уважаемые гости. Сегодня мы встречаемся с вами здесь, в Кремле, накануне столь значимого
для нашей страны праздника, как День России. Я хочу сказать, что наверняка в этот день много будут говорить о нашей стране, о ее целостности. И хочу сказать, что на протяжении многих и многих лет внутренние войска, теперь уже войска Национальной гвардии, как раз занимаются обеспечением целостности нашего государства, мира и покоя граждан в борьбе с терроризмом и криминальными проявлениями. Ну а сейчас я хочу пригласить участника проекта «Голос», главная сцена, солиста группы «Русский характер», лауреата премии МВД Юрия Кононова. Встречайте! Добрый день, уважаемая публика! Обречены на успех. Я вам искренне его желаю. И так все будет. Удачи. Быстрое время ловит мгновенье жизни земной. Русские тени, Пушкин, Есенин, Чехов, Толстой. Первопроходцу душой взлетит землю отцов. Ее защити от грозных врагов. Думать, стараться, мир ему покупить, злобная дрожь. Русских боятся, русских не любят, все это ложь. К нам иностранцы, на русские танцы смело идут. Коли интересней, группе «Русский характер» привет и пожелание удачи и побед. Будьте счастливы, муза вам, ребята. Юра, поздравляю с тем, что у тебя появилась своя группа и новый этап творчества. Желаю тебе удачи и русского характера. Русский характер знает весь мир. Русский характер. Я хочу пожелать группе «Русский характер», которую руководит талантливый артист Юрий Кононов, успехов. Самое главное, не забывайте, что перед вами, ребята, в зале сидят люди, которые хотят зрелища. И самое главное, их нельзя обманывать. За вашу правду по отношению к зрителям. Счастливого пути! Спасибо. Как в детстве карусели, а под землей кружат в прапоте. Ведра потери, разлука и весна, и мне числа, и мне числа сквозят из вечери. Кружат надежды и кружат страх. Кружат.
кружат ветра. Сотни лет и день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет к себе возвращаются на другие своя. Но есть на свете ветер перемен. У вас потрясающая группа и потрясающий исполнитель, мой друг Юрий Кононов. Я вам желаю удачи, успехов во всех ваших начинаниях. Юр, ты молодец, и наша дружба сколько уже длится и будет длиться всегда. Я тебя обожаю. В добрый путь, ребята. Хороших песен вам желаю. С Богом. Всего доброго и хорошего. Люблю вас очень. Спасибо! Завтра прошлому замет. Здоровья вам! Он придет, он будет добрый, ласковый. Ветер перемен. Он придет, он будет добрый, ласковый. Я вас люблю. Спасибо. Господа офицеры, под натянутым нервом и аккордами веры эту песню пою тем, кто бросит карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души крепят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно глаза нам глядят. Вы знаете,
знаете, я очень горд, что у меня есть друзья, коллеги. Говорят, что в шоу-бизнесе нет друзей. На самом деле есть. 18 лет я дружу с Дианой Гудская. Игорь Юрьевич Николаев тоже поддержал меня. И многие-многие-многие другие коллеги, с которыми, правда, действительно знакомы очень много лет. Это гордость. Я очень счастлив, что они меня поддерживают. А я их очень уважаю за это, очень люблю. И вдвойне счастлив, что у меня появилась такая возможность познакомить вас поближе, дорогие подписчики и дорогие друзья, с этими великими актерами, потрясающими музыкантами, певицами, певцами, друзьями. Поэтому я все, что я могу, я делаю для вас. Я стараюсь. Я стараюсь, чтобы вы получали большое удовольствие от моих выступлений, от таких прекрасных пожеланий от моих коллег и от группы «Русский характер». Я с вами, я вас люблю. Всего вам хорошего и до новых встреч. Ваш Юрий Кондрат. Звездная путь со мной.